иду, как по канату, вдоль по памяти своей. Я подобен акробату в блеске радужных огней. Мы знакомы с риском близко, мы умеем рисковать. Ведь без риска, ведь без риска цирку вовсе не бывать, цирку вовсе не бывать. Словно спичка в темноте, чик-чик-чик, зажигается в душе. Цирк, цирк, цирк! На манеже нашем вечно будут вам дарить добро Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Акробаты и гимнасты, трюкачи и силачи. Нас зовут довольно часто, очень просто, циркачи. Цирк всегда веселье дарит, цирк всегда открыт для всех. Вас улыбка не состарит, жизнь продлит вам звонкий смех, жизнь продлит вам звонкий смех. В темноте чик-чик-чик зажигается в душе. Цирк-цирк-цирк. На манеже нашем вечно будут вам дарить добро Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Дима! Давай! Вот так. А ты говорил, слабо. О! Пошли. Пошли. Как ты думаешь, Константин, куда мы идем? Судя по тарелкам в твоей сумке, в кулинарный техникум. Угадал. Та-та-ра-та-да-та-дам. Та-та-ра-та-да-та-дам. Та-та-ра. О! Дим, а родителям ты как сказал? Так и сказал. Ну и что? Что-что? Слышать они о цирке не хотят. Это нельзя, Димочка. Это не для тебя, Димочка. У тебя другое призвание, Димочка. Думаешь, не надоело? А? Может, ты и прав. Надоело. Во-во. Ты ж в ПТУ пошел. Правильно, молодец. Профессия уже почти есть. А я, значит... Дим, ну а если серьезно? А я серьезно. Разве нет? Ну ты сравнил. Ты же вон как учишься. А ты что, плохо учился? Дим, у тебя же талант. Ты же математиком можешь стать. Или физиком. Математиком, физиком. А я клоуном хочу стать. Только клоуном в цирке. Понимаешь? Чем плохая профессия, а? Если, конечно, сегодня на экзамене не провалюсь. Отделение воздушной гимнастики. Вызываются Лариса Голикова и Артем Ермаков. Приготовиться братьям Крошин. А Николин чего? А ничего, мрачно сидит. Да. Отделение оригинального жанра. На экзамен приглашаются Виктор Гулько и Харьков. Ну что ты? Не бойся. Цирк, это весело. Да, конечно. Вот мы с Панкратом. Ничего не боимся. С партнером поступаешь? С партнером. Замечательный партнер, с таким не пропадешь. Вызывается Дмитрий Манохин. Отделение Туна. И ничего-то я не умею. Нужно 10 раз проверить, 20 раз переспросить. Прежде чем в себя поверить, прежде чем себя открыть. Клоун в цирке, вот потеха, любо-дорого глядеть.
Но учти, что кроме смеха нужно многое уметь. Нужно многое уметь. Ты чего? Экзамен. Экзамен сдал. А ты чего? А я ничего. А я просто так. Посмотреть пришел. Вызывается Дмитрий Манохин. Ну, сдал? Неужели провалился? Ку-ку. Что, брат Панкрат, как дела? У кота нормально. А мне сказали, через год приходить. Что ты нос-то повесил? Ведь цирк. Это весело, а? Ну, где ты там свою Ермакову найдешь? Найду, не волнуйся. А в цирковой вообще не будешь поступать? Буду, обязательно буду. А я сразу понял, ты к Лене едешь, чудак. Ну, почему чудак? Я люблю ее. Да это всем было известно. Еще с третьего класса. Может, ты за нее и на экзамен не пошел? Может быть. А может быть и нет. Отойди. Дим. Ребята, вы, пожалуйста, поосторожнее. Ей же врачи нужны. Врачи, понимаешь? Они клоуны. Дорогой Костя, клоуны нужны всем. Ты это прекрасно знаешь. А больным особенно. Ну-ну, вы тут не очень-то. Шутки в сторону. Слушаюсь, товарищ милиционер. А ловко у тебя это получается. Ловко. А вам улыбка очень к лицу. Честное слово. Работайте, товарищ, работайте. Куда исчезли все крышки? А где моя любимая кастрюля? Большая алюминиевая кастрюля. Где? Ну, при чем тут кастрюля? Потому что она исчезла, как и все остальное. Исчезла, испарилась. В конце концов, это проделки Димки. Я просто не нахожу слов. Я тоже не нахожу. А почему ты улыбаешься? Ничего смешного нет. Да. А где находится наш сын? Где он пропадает? В этом возрасте дети могут наделать большие глупости. И тебе, как отцу, надо это знать. В его возрасте... Лично я хотел стать клоуном. А я киноактрисой. У меня были неплохие данные. Может, даже талант. Кстати, у нашего Димы тоже талант. К математике. Он весь пошел в тебя. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где ты еще встречала жонглирующих математиков? Талантливых математиков. Пам-пам. Что ты хочешь этим сказать? А то, что сын действительно пошел в меня. Вот это меня и волнует. А все-таки талант? Прекрати, наконец, смеяться. А я и не смеюсь. Ну, а чей этот дурацкий смех? Чей? Нет, честное слово, смешно. Ты только посмотри. Без детей нет папы, мам. Без огня нет дыма. Ждите писем, телеграмм. Не волнуйтесь, Дима. Кефир, лимонад, пиво? Не надо. Кефир, лимонад, пиво? Спасибо, не надо. Кефир, лимонад, пиво? Ехать граждане нужно красиво. А я еще чаю хочу. Здравствуйте. Обед в вагоне-ресторане. Любое скрасит расстояние. Вафли, бутерброды и печенье. В дороге еда и развлечения. Молодой человек, а не могли бы вы... Могли бы. А можно вас попросить? Можно. Кефир, лимонад, пиво. Здорово. Стараемся. Ты зачем заказал пиво? Я еще ничего не успел, как... А я хочу печенье. Печенье для развлечения. Пожалуйста. Пиво и лимонад относятся к категории прохладительных напитков. Ловко открываем бутылочку. С
Что такое? Что горит? Пиво. Да. Точно пиво. Вот здорово! Всех пиво вовлил. Я у вас, молодой человек, чаю хотел попросить. Чаю. Вы учтите, я этого так не оставлю. Успокойтесь, успокойтесь. Это вам, понимаете, не это, не цирк. Это вам не цирк, молодой человек. Это вам не цирк. Мне бригадир приказал садить его, говорит, с поезда, как без билетника, и никаких гвоздей. Да, нехорошо вышло. Димочка, садись. Выпей чайку. Спасибо. Да ладно, чего ж тут говорить. Сам виноват. Доберусь как-нибудь один. Кстати, а пиво-то нельзя взбалтывать. Соображаешь. Знаешь что, в нашу систему давай. ПТУ специальные есть. Талант, можно сказать, певец сферы общественного питания. Артист. Эх, а мы его... ну-ка, готовимся? Да, у нас все готово. Готово. Как, ты еще здесь? Ну, товарищ бригадир, нельзя его высаживать. Юрий Дмитрий, я же сказал, высадить его на первой же станции. А как он доберется до места? А вот это золотко меня уже совершенно не волнует. Пусть хоть на руках добирается. Семьдесят пять, 376. Ты что, чокнутый? 70. Эй, парень, ты часом не из цирка? Далеко путь держишь? 15 километров, 380 метров. Ух! Я тебя спрашиваю, ты из цирка, что ли? Да нет. Оп, в цирк. Молодец. Ну, садись, подвезем. Можно? Конечно. Спасибо. Все, понял. Будьте добры. Спасибо. Лена! Ермакова! Лена! Ку-ку! Здрасте. Здрасте. Извините, понимаете, это у меня случайно получилось. Честное слово. Понимаю. Случайно пробрались на территорию санатория, случайно залезли на дерево, случайно швыряете в окна, бог знает чем. Ой. Больно? Да ничего, нормально. А вам? Нормально. Это черешня. Что? Косточка от черешни. Ну, спасибо, что не персик. Персики еще не созрели. Остроумно. Очень остроумно, молодой человек. Но вы, я надеюсь, уже вполне созрели, чтобы отвечать за свои поступки и понимать, что здесь санаторий, здесь больные, им нужен отдых и покой, и посторонним здесь делать нечего. Да я же не посторонний. Я по делу. Ну, заходите. Только я убегаю, только быстро, быстро, быстро. Удивительную историю ты рассказал. Да, Дима Монохин, любовь – это великая сила. Понимаешь? Ой. Валерий Иванович, а вы мне знаете что? Вы мне пропуск. Пропуск выпишите. Я. На территорию, как директор. А Валерий Иванович? Куда я потянул? Не могу я, Дима Монохин. Почему? Не имею права пропуска выписывать тебе. Куда я их дел? А Лена Ермакова хорошая девочка. Куда? Вы что-то ищете, Валерий Иванович? А вы меня на работу возьмите, Валерий Иванович. Встань. Согласен на любую работу. Оригинально. О! О!
Значит так, наш посудный конвейер не фурыч, сломан. Объем работы у тебя будет следующий. С ума сойти. Берешь чистую посуду. На мойке. Точно. И несешь. На раздачу. Правильно. Вкусно. О, молодец. Работа отсюда до обеда. А потом перерыв. Законное дело. А потом... Отсюда и до ужина. То есть единство в пространстве времени получается. Верно? Верно. О, смышленый парень где нацвали. О, смышленый парень. Здравствуйте, меня Дима зовут. Давай. Ну чего ты? Смотри, тарелок сколько. Убежали на море, купались, а это ведь санаторий. Во-первых, не убежали, а принимали водные процедуры. А во-вторых, я ведь законно устроился сюда на работу. Устроился бить посуду. Ты это, наверное, хотел сказать. Тарелки случайно разбились. Ну, ты же знаешь, я этот трюк столько раз в Москве делал. И все получалось. Трюк, фокус, хохма. Ну, не надоели тебе эти детские штучки? Так я же как лучше хочу, чтобы люди улыбались, чтобы веселее было. Юмор это ведь тоже лекарство. А смех без причины?
Знаю, знаю. Можешь не продолжать. Эх, Дима, Дима. И не только это знаю. Что же еще? А что, улыбка очень идет тебе. Слышала? Знаешь, я трусиха. И сейчас мне совсем не до смеха. Теперь все узнают, что ты приехал сюда из-за меня. И будет скандал. Вот так. Ну почему скандал? Все же ясно. Что все? Что я помогу тебя вылечить. Что в этом смешного? Вот это, между прочим, и называется смех без причины. Посмотри на него. Ну. Что это с ним, а? Здравствуйте, Дима Монахин. Здравствуй. Что ж ты получается, Дима Монахин? На кухне посуду бьем. Так ведь я же хочу. Здесь душ Шарко устраиваем. Развлекаемся, значит? Я на кухню как быстрее хотел. Ну да. Конвейер посудный не работал, вот я и решил. Тарелки да. Случайно разбились. Ну, честное слово. Случайно, без тебя разберемся. А вот этот фокус-мокус тоже случайно? Шланг дырявый. Его в утиль уже давно пора. Дорожки все позаливала, воду не экономила. Экономист на мою голову нашелся. Шланг у него, видите ли, дырявый. Я... Без себя разберемся. А ну, Алохин! Алохин, перестань, я говорю, перестань, Алохин! Перестань! Ну, Алохин, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Ну, Монохин, свалился ты на мою голову. Ну, по-всякому бывало, но такое не помню. И я не помню. Первый раз? Ну, да. И у меня впервые. Давай, развешивай. Да. Осторожно, ты что? С докладом я в полном порядке. Продолжай. С тобой, Монохин, не соскучишься. Что это, Монохин? Это что? Тарелка? Нет, Монохин, это осколки. Что же я, по-твоему, и собственно карман теперь буду сервиз покупать? Валерий Иванович, я отработаю, честное Где слово. Где ты отработаешь? Где ты отработаешь? На кухне, Валерий Иванович. Послушай, вы же... Монохин, кухня не цирк. А шеф-повар тебя не только видит, он о тебя и слышать не может. Когда я о тебе говорю, у него голова начинает кружиться, Монохин. Я не знаю, я должен, вынужден просто выгнать тебя с веренной мне территории, Монохин. Да как же так, вы знаете, там тогда конвейер не работает. Ой, я понимаю, я понимаю, Монохин. Не расстраивайтесь, я понимаю. Правильно, выгоняйте меня, я вам и так столько беспокойств, ничего на пляже переночу. Монохин, а ты плавать умеешь? Ну, умею. А что? А ну пошли, ты хорошо плаваешь. Отлично. Поздравляю. Спасибо, Валерий Иванович, пусть только тонут, спасем. И шутки в сторону. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Валерий Иванович, а вам улыбка очень к лицу. Честное слово. До свидания, Валерий Ты что? Валерий Иванович, что вы улыбаетесь? Валерий Иванович. Или я, или он. Ты, Гурам. Конечно, ты. А почему у тебя посудный конвейер не работает, Гурамчик? Я же говорил, я предупреждал. Говорил, предупреждал. Работать надо, а не разговаривать, Гурам. Сам проверю!
Все понял? Факт понял. Когда прыгать будешь, смотри, не захлебнись, как тот раз. А про кино вы точно договорились? Железно. Ну, тогда прыгаем. Слушай, а плавать-то он умеет? Пора. Начинаем тонуть. Поплыли? За мной! Представляешь, какой он смешной? Представляю. Он такое вытворяет. Там все собрались. Все. Слышу. Это же видеть надо. Лен, он же для тебя старается. Понимаешь, для тебя. А ты? Вспомни, как в санатории было скучно, пока Димка не приехал к тебе. Тоня, спасите! Спасите, Тоня! Дима, ну как же это получилось, а? Ой, смотрите, они распухли от воды. Ну ты же хорошо плавал. О! Позвольте, позвольте. Ребята, разрешите. Вот же они, бедненькие. Им надо помочь. Не надо им помогать. А как же? Не надо им помогать. Валерий Иванович. Так, позвольте. Разрешите, ребята. Комедианты. Проходите, ребята, проходите. Сколько имеешь, брысь? Вставайте, ребятки, вставайте. Брысь. Быстро, быстро. Он нас правда спас. Знаю, спас. Кто кого спас, разберемся в другой раз. Быстренько. Представление окончено. Расходитесь. Все. А ты отдыхай, отдыхай, отдыхай. Валерий Иванович. Что это? Валидол. А, Валидольчик. Ну, что ж это получается, Ермакова? Отдыхай, Манухин, отдыхай. У нас что здесь, санаторий? Да. Лечебница или... цирк! Водяная феерия, отдыхай, я сказал. Именно. Что у нас здесь, а? Ой. Мы во что здесь? Что мы с вами должны здесь делать, а? Мы вас лечить должны. Мы вас лечить должны, Ермакова. А что Ой. Получается? А ты не торопись, я тобой потом займусь. Что? Когда у нее путевка кончается? Через месяц, Валерий Иванович. Через месяц. Я этого не выдержу, доктор. Я этого не выдержу. Слышишь, я уже устал, Ермакова. Устал. Отдыхай. Не выдержу. Просто я выдержу. Ну при чем здесь Ермакова? При чем? У меня, можно сказать, дети тонут, Манохин. А ты веселишься. Так ведь не тонут они, Валерий Иванович. Не хватало бы. Шутки в сторону, Манохин. Ты, если не меня, то хотя бы свою Ермакову пожалел. Ни при чем здесь Ермакова. Я слушай, просто... Манохин, не стыдно тебе? Ну скажи, не стыдно? Пойду, Валерий Иванович. Да, Наталья Васильевна, пожалуйста. Я же не знал, что так получится. Не знал, отлично знал, отлично знал. И на мороженое, наверное, обещал. И на жвачку, он обещал ведь. Ну скажи, обещал? И на кино. Ну разоришься, Монахин, разоришься. Работать в цирк надо идти, в цирк работать. Не могу я в цирк, Валерий Иванович. Вы же знаете. И я не могу. Устал, Монахин, устал. Устал.
как вечности точнейший метроном, и словно нарисованная чайка застыла между небом и водой, и облака проплыли чередой, и замерли, как лодки у причала. Чаем, в нем не будет пустоты. Там на море только чайки, только я и только ты, только я и только ты. Рыба мечется у ног, впитала кожа спелый смуглый сок восторженного солнца на закате. А нам с тобой совсем немного лет, рисую я твой стройный силуэт и жду, когда волна опять накатит. Мэном мы, он не скончаем, в нем не будет пустоты. Но на море только чайки, только я и только ты, только я и только ты. Вот так всегда ушастые. Мужчины ждут, а женщины опаздывают. Закон свиданий. Все считают, что я такой веселый, неунывающий такой, массовик-затейник. А мне иногда на сердце так тяжело. Как будто кошки скребут. Понял. Ну, привет. Ты что ж один по городу шастаешь? Он не один, мы вместе. Я, молодой человек, не с вами говорю. А вот с этим типчиком и тебе не стыдно, Джульбарс. Ну вот что, заканчивай свои посиделки и айда на работу. Прощайтесь. Ладно, Джульбарс, держи хвост пистолетом. Дим, ты чего здесь сидишь? Мы тебя по всему городу ищем. А не надо меня искать. Я здесь. Ты о чем грез, дядя Костя? Он же клоун, он в цирке выступает. В цирке? Да. Клоун? Да. Тогда почему он такой грустный? Если он клоуном работает. Пошли, пошли в цирк. Вот увидишь, какой он грустный. Мы каждый день туда бегаем. А Лена, я же ее жду. И Лену приведем. Факт приведем. Ребята, а попробуйте со мной. Я не подведу. Я в цирковое училище поступать буду. Я уже жонглировать умею и сальто кручу. Попробуйте, а. Привет, видела, ну как? Здорово, знаешь, как смешно. Понравилось? Очень. Во, классно. Нормально. Красавец. Хорошие у нас артисты. У кого это у вас? В цирке я ведь тоже когда-нибудь буду. Факт будешь. Ой, вот счастливый. А этого зовут Ураган. Дим, Дим, Дима. А. Вон дядя Костя. Что? Дядя Костя клоун, подойдем к нему, поговорим? Пойдемте. Здравствуйте, дядя Костя. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. О, клоун Митя. Ну, как жизнь?
Нормально? А вот скажи мне, пожалуйста, минуточку, клоун Митя, сколько здесь букетов? Два. Правильно. А я грешным делом подумал, что три или пять. А почему три-то? А потому что ты в цирке. Вот считай. Сколько букетов? Один. Правильно. А теперь сколько букетов? Два. Правильно. А два да один сколько? Три. Правильно. Вот и выходит, что цирк – дело серьезное. Так что в цирке не всегда дважды два – четыре. Пять? Шесть. Во! Молодец. Молодец. Вот в этом плане Дима и работай. Смешно будет. Наталья Васильевна, зачем они смеются? Сама удивляюсь. Глаза блестят, улыбки до ушей. Ну и что? Поразительные результаты. Вот полюбуйтесь, и температурный график, и данные рентгена, и анализы. И анализы. Все, как говорится, в норме. И не только у Ермаковой. Представьте себе, не только у Ермаковой, у всей 12-й палаты. Да. Да, смехотерапия, Валерий Иванович, лечение смехом, великолепная вещь. Что это за музыка? Подержите. Ты что это, Сергеич? Танцуешь? Так ведь музыка. Так ведь работа. А под музыку оно веселей. Ну зачем ты? Ну не надо, ну. Ну зачем ты? Ну люди вокруг, ну. И давно вы тут этой аэробикой занимаетесь? Аэробикой, не аэробикой. А план на 120% выдаем. Это кто выдает? А? И я, и строители наши. Ну вот как вы, Манохин, настройку определили, с тех пор и выдаем. Под музыку трудимся. Под музыку? Ну да, молодец, Дмитрий. Он говорит, музыка ритм работе дает и руку подгоняет. Руку подгоняет. Интересно. За шланг вам спасибо. Я шланг новый получил, хороший шланг. А что мне спасибо? Ты... Манохину спасибо, скажи.
7 раз отмерь, Монохин, но один раз отрежь. Может, не надо отрезать, Валерий Иванович? Надо, Монохин, надо. Приходится. Музыка-то, ну, конечно, хорошо. Да? Но ведь кирпичи-то летают. Ну, понимаешь, ну, нету у меня такого места, куда я мог тебя определить. Ну, нету. Ну, техника безопасности не позволяет, понимаешь? Устроим же ведь хорошо. Вот устроим. Ну? За неделю никто про бутылку не вспомнил. Ну, ладно, да. Ладно. А под музыку работа спорится, Валерий Иванович. И не надо ссориться. А с кирпичами все случайно получилось. И тарелки случайно? Случайно. И водяная феерия случайно? Случайно. И утопленники липовые случайно. Извини. Так я пошел. Валерий Иванович. Дима! Дим! Тебе, между прочим, улыбка тоже к лицу. Ну, пока. Пока. Быстрее пойдем. Куда вы меня тащите? Сейчас увидишь, там такой написанный портрет твой. Где? Вот. Монохин Дмитрий Васильевич ушел из дома и не вернулся. Особых примет нет. Букин Валентин Павлович, ранее неоднократно судимый. Веселая у меня компания. Лена, в курсе? Ясно. Проболтались. Все, шутки в сторону. Девчонки, значит, уже в курсе. И врачи, тетя Люба, даже сам Валерий Иванович. А больше никто? Доигрался. Отойди. Мало каши ешь. А я вас где-то видел. А я что-то не встречал таких. Героев. 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 Рост средний, волосы редкие, особо опасны. Точно. Вспомнил. Это преступник. Его разыскивают. Лена, беги в милицию. Девушка, девушка, возьмите меня с собой. Я буду вашим тренером по плаванию. Гражданин, остановитесь. В чем дело? Я дружинник. Ой, дружинник. Пройдемте в милицию. А что я сделал? Девушка, что я сделал? Девушка! Вот в милиции-то и разберемся. В милиции? Да. Ух ты какой! Букин! А? Вы Букин! Да какой я Букин? Вот они! По
товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Ну что он за мной бегает трусцой? Это преступник! Особо опасный преступник! Его портрет у милиции висит! Его разыскивают! Да ты что? Слесарь я! Авторемонтник! Золотые руки! Товарищ милиционер, ну что он ко мне привязался? Вы-то меня знаете? Вот, пан Крашкин, до чего пьянство может довести. Вас за бандита уже стали принимать. А что, меня? Да-да, пан Крашкин. И вы, и ваши дружки-приятели, прогульщики. В рабочее время без дела слоняетесь. Пиво пьете, трудовую дисциплину нарушаете. Хватит, все, шутки в сторону. А вам, молодые люди, большое спасибо. Вы нам очень помогли. Очень. Спасибо, Леночка. Спасибо. Не за что. Постойте, постойте. Откуда я вас знаю? Где-то я вас уже видел, а? А? И я его тоже видел. А-а-а! А, тихо. Сам разберусь. Так, сосиски. 25 килограмм. О, чудесно, отлично. Просто, разрешите? Пожалуйста, пожалуйста. Афанасий, перестань жевать. Только вчера вечером дали заявку, а сегодня, пожалуйста. Будьте какая добры. Оперативность. Мне не надо эту директу. Не знаю, как вас благодарить. Ты смотри, просто сервис. И точно в срок. Масло кукурузное. Ну и что масло? Мы заказывали масло. Стараемся. Чего ты удивляешься? Значит, Валерий Иванович. Правильно. Стараемся. Манохин, ты откуда взялся? С автобазы. Со второй образцовой автобазы. Специалисты. Везде нужны. Ох, специалисты, специалисты. Я, между прочим, за одного такого специалиста недавно в милиции поручился. И, между прочим, его к папе и маме отправить хотели. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Пожалуйста. А у нас конвейер посудный наладили. Работает как часы. Кстати, а вам улыбка? К лицу. Улыбайтесь чаще. О, Дмитрий, так это ты? Я. Да, чуть не забыл, самое главное. Я же долг свой возвращаю. Какой с долг? С первого аванса. Какой долг? Да ты что? Вот, ровно 40 тарелок. Тарелочки. Ну, не дурите, ну зачем нам тарелку? Зачем? Да это нам? Я не вам, а ребятам. Как они тут без меня? Не скучают? Откровенно говоря, скучает. Ну так я поехал. До скорого. До свидания! Какой парень, а? Я же вам говорил, на все руки. И не случайно. Как дела? О! Приятного аппетита. Ну что? Девочки, как мы? Ваша палата по всем показателям потрясающая. Мишка, давай. Ермакова, тебе записка. Прощи и ответь немедленно. Красиво, правда? Наверное, это все-таки мальчишество, убегать из дома. Верно? Я телеграмму отправила. Знаю. Откуда? Тебя знаю. И себя теперь тоже. Ничего-то у меня не получается. Вот Котика, знаешь, ПТУ, какую он профессию осваивал? Наладчик автоматических линий. Это звучит. А ты, может, тоже наладчик? Настроение у людей налаживаешь. Налаживаю. А кому это надо? Несерьезно все это. Несерьезно. Серьезно. Очень даже серьезно. Так что ж ты все-таки решил? Дим, так что же ты решил? Thank you.
Шутка непростая штука, шутка побеждает зло. Смех – великая наука и большое ремесло. У него свои капризы, и бывает, чтоб порой не призы нам, а репризы, заготовленные судьбой, заготовленные судьбой. Ты решил? Я решил, что сейчас самое время съесть по мороженому. Я помню, как первый раз пришел в цирк. Знаешь, мне тогда захотелось, чтобы представление не кончалось, чтобы оно было всегда, и чтобы я был в нем клоуном, самым смешным и самым добрым. И я буду им. Обязательно. Вот что я решил. Значит, и без Манохина смеются. Ермакова тоже? Не только Ермаков, вся 12-я палата. Поразительные результаты. Поразительные. Это надо внедрить и распространить на весь санаторий. Ну, в дальнейшем посмотрим. Нет, Валерий Иванович, именно сейчас. Ну, хорошо. Валерий Иванович, да. Секундочку. Там девочки, они все-таки спят. Можно я первая зайду? Конечно. Их нет. Никого нет. И лекарства, и постели нам ужасно надоели. Фу. В этот сонный тихий час в цирке вы найдете нас. В цирке вы найдете нас. Фу. Оригинально. Улыбки и смех вылечат всех. Ой. Смехотерапия – великая вещь. Но с распространением опыта, к сожалению, придется повременить. Лично мне сейчас не до смеха. Клоун белый, клоун рыжий, клоун грустный и смешной. Кто тебе по духу ближе, цирковой семье большой? Знай, что путь к манежу сложен, этот путь твоя судьба. В жизни важно быть похожим лишь на самого себя, лишь на самого себя!
залива случилось в самом деле. Пока сидели в залива, смеялись мы и пели. Мы многое узнали и чуть-чуть пролили слез. И все, что рассказали мы и в шутку, и всерьез, и в шутку, и всерьез. Я чуточку устала. А вы, надеюсь, нет? И всем сидящим в зале хотим мы дать совет. Совет? Совет. Совет. Улыбнитесь друг другу при встрече. Руку помощи дайте в беде. Ведь с улыбкой шагается легче. Улыбайтесь всегда и везде. Шутки в сторону, шутки в сторону. На прощанье давайте споем, на прощанье давайте споем. Слава клоунам, браво клоунам. Мы смеемся и значит живем, мы смеемся и значит живем, и значит живем. Секундочку, одну секундочку. Я иду как по канату вдоль по памяти своей. Я подобен акробату в блеске радужных огней. Мы знакомы с риском близко, мы умеем рисковать. Ведь без риска, ведь без риска цирку вовсе не бывать, цирку вовсе не бывать. Словно спичка в темноте, чик-чик-чик, зажигается в душе. Цирк, цирк, цирк! На манеже нашем вечно будут вам дарить добро Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Акробаты и гимнасты, трюкачи и силачи. Нас зовут довольно часто, очень просто, циркачи. Цирк всегда веселье дарит, цирк всегда открыт для всех. Вас улыбка не состарит, жизнь продлит вам звонкий смех. Жизнь продлит вам звонкий смех. В темноте чик-чик-чик зажигается в душе. Цирк-цирк-цирк. На манеже нашем вечно будут вам дарить добро Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Коломбина, Орликина и, конечно же, Пьеро. Шутки в сторону. И, конечно же, Пьеро.